В Бендерах продолжается сезонная борьба с сорняками, в том числе и одним из самых неприятных – амброзией. О том, с какими сложностями столкнулись специалисты и простые горожане, расскажем в следующем сюжете. Амброзия – растение с поэтичным названием, вызывающее вполне прозаичные аллергические реакции. Молоко животных, поедающих этот сорняк, становится горьким на вкус. Из-за таких вредоносных свойств он носит статус карантинного. Цветет с июля по ноябрь. Невзрачная с виду амброзия является настоящим бедствием для аллергиков. У меня внучка сильно страдает тоже от пыльцы этой аллергии. У нее он забивается нос постоянно, и разговор меняется, когда надышится вот эта амброзия. Ой, нужно, у людей такая аллергия. Мы возле своего дома по Пушкина 58 вырубаем по возможности. А остальные, если бы все так подключились, это, может быть, и не было бы этой аллергии. Сотрудники городского спецзеленстроя борются с амброзией в течение всего периода ее цветения, выкашивая сорняк на магистральных улицах, а также ликвидируют ее по просьбе самих граждан. Методами борьбы с амброзией полынолистной является многократное выкашивание, а также выкорчевывание с корнем. Спецзеленстрой производит покос по таким улицам, как улица Ленина, улица Суворова, улица Коммунистическая, улица Комсомольская, улица Калинина, улица Котовская и многие другие. Также мы выезжаем по звонкам граждан, которые сообщают о очагах амброзии. Неделю назад только перекосили нас весь двор. Спасибо им хотя бы за это. Но лучше и везде. Я выходила лично сама, тоже рвала эту амброзию. Ну, в первую очередь, каждый на своем садовом участке нужно, наверное, прополки делать, не оставлять все это возле заборов своих, возле участков, на садовых участках. Полное искоренение амброзии – единственный способ ее уничтожения. Оказывать помощь в борьбе с сорняком призывают и горожан. Андрей Малеванный, Артем Белянский, Иван Зелинский, Первый Приднестровский телеканал.